Друзья, всех приветствую. Сегодня хочу поговорить о том, на чем лично я пробую заработать во время распродажи. И для этого отчасти я воспользуюсь таблицами Тредбэк, ну или Трэдскинсом, кому как удобнее, по которым я как раз-таки и буду отслеживать автопокупку различных вещей, которые не самые популярные, но при этом все же пользуются небольшим спросом. То есть я буду ставить запросы на вещи, которые более-менее стабильны в цене, но автозакуп стоит на них гораздо ниже тех цен, по которым обычно они уходят. Да, я в курсе, что в основном заработок идет на свинах, которые пользуются наибольшим спросом, так как волна их выставления на продажу гораздо больше, из-за чего стильки автопокупок падают как раз таки гораздо сильнее, но я же рассчитываю на выгодную закупку вещей, которые я продам плюс там же в Стиме в ближайшее время, либо не пожалею взять эти вещи на долгосрок. Например, это касается различных стикеров. В дальнейшем, в течение распродажи, я буду ловить скины, на которых просадка отразилась сильнее всего, а также буду искать скины, выставленные на продажу с хорошими стикерами, за выгодную цену. Через несколько дней после того, как закончится распродажа, оставшиеся деньги со Steam я буду вводить на миники, где вернусь к своим прошлым схемам, о которых вы могли знать из моих прошлых стримов или о которых узнаете в следующих видео. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях о том, как лично вы будете закупаться на этой распродаже.